Также на карте, помимо внутренней таверны, внешней таверны, героев можно находить в виде тюрем. Есть тюрьмы вообще не охраняемые или охраняемые слабой охраной, там появляются герои первого уровня. Вот герои первого уровня, они точно так же от 1 до 3 стеков каких-то войск своих родных приносят. Клевер удачи имеется. Если освободить из одной из тюрем еще одного героя, там может оказаться вот герой, например, 5 уровня. Прокачан он, конечно, случайным образом, ну, в данном случае он даже неплохо прокачан, тоже приходит с армией, так что пополнять запасы героев можно и таким образом бесплатно, просто воюя на карте и находя такие объекты.